колокола. Всем привет, с вами канал Артмания. Здесь у нас церковь. Женька, конечно, в кадр. Обязательно попадает. Сейчас с другой стороны пойдем. Всего Самарской области. Основано в 18 веке некими купцами Тимашевыми. Погромче. Основано купцами Тимашевыми. Тимашевы, короче. Отсюда название. Сейчас мы идем к знаменитому сахарному заводу, который построен в 19 веке. Ой, здесь есть колонны такие. Ощущение, как будто церковь сделана самодельно. Да там и колокола какие-то странные. Вот она, церковь. Конечно, если бы не обделали сайдингом. Сначала, изначально, когда я шла, я не думала, что это церковь. Мне Женька сказал, церковь, пойдем, зайдем. Село, а внутри ощущение, как будто арендовали. Село основано в 17 веке. Ну вот интересно, сохранились ли постройки в 17 веке? Ну он завод 19 века. Сейчас ну это надо с самого начала идти. Идти с самого начала, где постройки есть. Откуда он начинался? Здесь, в принципе, все, как бы все достопримечательности рядом. Вот до завода, потом вернемся на улицу Комсомольской, по улице Комсомольской пойдем в ту сторону. А так, в основном, тут ну, такие дома частные. Поэтому... Домики старые. Такие клевые. Это, наверное, частные елки такие пышные. Там киса. Киса. Черная киса на белом снегу красиво. Особенно глаза ее. Она там какает, Жень. Да. Она на меня смотрит так странно. Это ты мне киса-киса. Если бы она умела говорить, она сказала, женщина, вы не офигели. Ну что-то я женщина, девушка. Ну, девушка. Вы не офигели. Я занята. Она еще такая. Вы стоит... не охренели. Она еще стоит такая в полустойке. Ну, что? А я остановился, я снимаю на камеру. Короче, прохожу и смотрю, она попу поднимает, когда я уже ушла. Завод какой-то старинный. Это сахарный? Да. А его отсюда не видно. Вот смотри, белый, это желтый домик. Голубой, вернее, домик. Давай вокруг завода пойдем, а вот здесь надо быть. Сахарный завод. Работал в 19 веке. Это он уже столько времени стоит. А там какие-то рисунки. Собачка, что ли? Настенная. Не видно, наверное, ставно. Ну давай. Жень, а у меня лучше. Слушай, там столько интересного. Это что такое? О, Женька, по-моему, виден. Ты куда полез-то? Жалко, он не фоткает. Все видно. Жалко, что она не фоткает. С той стороны ее цап. Мне надо два отдельных альбома сделать. Тимашев и Сахарный завод. Такое.
я думаю. Иду. Пустыри. Дерево как классно смотрится. Вот тут трубы. Труба как раз помещается. Красиво можно рассмотреть. Достопримечательно. Так до какого века-то он работал? Построен в 19-м, наверное, до революции, может, после революции. Но я, когда маленький-то был, по-моему, уже. Ну, он стоит, ты, он чувствует, стоит давно. Я сегодня посмотрю в интернете. Стоит он уже, наверное, давно. Это ходы в подвал, представляете? Жень, загородил. И там вот 2, 3, 4. Ходы в подвал такие большие. Так необычно смотрится. Здание тоже все облупленное. Как будто его чистили. А тут продолжается заброшенный сахарный завод. Ну давай. Только смотри, чтобы белье там чужое не улетело. Вместе с тобой. Каково, интересно, жить людям рядом с заброшенным зданием, которое даже не заграждено, по-моему. Там, с другой стороны, алкаши или кто-то собираются, ходят вдоль него, смеются, хохочут. Там оно продолжается. Красивая, кругленькая, там вон тоже есть кругленькая. Слушай, а вон там же что такое кругленькое? Дальше ну, вон там. Чердак сверху. А как, а почему он как-то это чердак боком? Так чердаки делают. Вот тоже сахарный завод все, да? Идем, мне кажется, можно мусор зайти. Да, это все сахарный завод. Чего ты боишься? Что тут дверь прям железная. Нас тут не закроют. Тоже старый дом. Кирпичная кладка старая. Тут полукруглый. А, тут завод с этой стороны. Ругаются, не знаю. Ну, если запретят. Да тут и нет никаких.